Всех приветствую, друзья! В эфире Телегид, и я, Анна Троян, ваш личный гид по эфирному пространству ЛРТ. На этой неделе встречаем премьеру детективного телесериала, развиваемся и просвещаемся вместе с документалками и наслаждаемся отличными лентами. Все подробности расскажу вам я. Начинаем! Всем любителям запутанных историй и хороших детективов посвящается. По будням на ЛРТ стартует премьера – сериал «Марьина роща». Не в силах жить без своего призвания, экс-оперативник Трошин устраивается работать участковым в Марьиной роще, самом криминальном районе Москвы 40-х-50-х годов. Расследуя грабежи и убийства, он все глубже проникает в самое сердце преступного мира столицы. В итоге наш герой ставит перед собой непростую задачу – искоренить криминал полностью. Справится ли с этим милиционер? Смотрим с понедельника по пятницу в 8:30 утра и вечером в 17:30. Улик недостаточно. Напортачил Воронин. Вот поэтому я очень хочу, Костя, чтобы ты вернулся. Пошли. Пошли, пошли. Все возможно, бэйби. С лентой под таким названием, друзья, мы завершим рабочие будни. До того момента, пока супруги Белл не решили пополнить семью, их жизнь, казалось, была беззаботной. Но супружеский долг превратил будни влюбленных в настоящее испытание. Они решают заняться самолечением, что выражено не только в изощренных позах учения йоги, но и креативном подходе к интимной близости. На этом фантазия Сэма и Люси не исчерпана. Они медитируют и ставят опыты. Что из этого выйдет, смотрим. Смотрим в пятницу в 21:45. Ты только подумай, мало кто видел своих детей, когда они были клетками. Но есть вероятность, что мы не увидим ребенка. Я знаю. Но все же мы должны дать Дику и Дебби максимум положительной энергии. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. Купаться или нет – дело личное. Но окунувшись в святую воду, можно почувствовать настоящую радость. А в некоторых случаях даже исцелиться от болезней души и тела. Держи. А в субботу, я думаю, вас не оттащат от экранов. ЛРТ раскроет все тайны неподражаемого Дмитрия Нагиева. Ведущий самых рейтинговых программ, актер популярных сериалов и просто секс-символ. Все это ему удалось непросто. Мог ли рассчитывать патологически стеснительный ребенок на такое будущее? Сколько в его жизни было борьбы с обстоятельствами и, конечно, самим собой, прежде чем он стал тем Нагиевым, которого мы привыкли видеть на экране? Все это узнаем 27 января в 11 утра и вечером. Из всех сил своих скромных пыжусь, чтобы быть или хотя бы казаться разным. Красивейшие костюмы и картина, наполненная драматизмом. Все это лента «Джейн Эйр». Ее мы посмотрим на прощание с выходными вечером в воскресенье. После 8 лет, проведенных в пансионе для бедных, сирота Джейн получает место гувернантки. Хозяин поместья редко наведывается в родные края, и однажды он возвращается. Так начинается одна из самых известных романтических историй в европейской литературе и мировом кино. Смотрим ее 28 января в 21:30. Вы так пронзительно смотрите, мисс Эйр. Я, по-вашему, красив? Нет, сэр. Чем же я не хорош для вас? Руки, ноги при мне. Прошу прощения, сэр.
На этом у меня все. А чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. Смотрите нас, подписывайтесь в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий. С вами была Анна Троян. Одевайтесь теплее. Пока-пока!